Всем привет, дорогие друзья, из прекрасной, волшебной, солнечной Алании. Сегодня 10 февраля, и посмотрите, какая потрясающая погода стоит у нас в Алании. А на пляже Клеопатры всегда, независимо от времени года, невероятно красиво. Летом, конечно же, можно купаться в море, загорать, но и зимой тоже можно загорать, несмотря на то, что я сижу в свитере, очень жарко. И действительно, если ты на солнце именно сейчас находишься в купальнике, то очень-очень тепло. Даже ветер не холодный, а достаточно теплый. И есть такие смельчаки, которые купаются и зимой. Ну а если для вас такая погода все-таки является прохладной, можно гулять по пляжу, делать потрясающие фотографии, наслаждаться морем, солнцем. Ну, в общем, радоваться жизни и проводить свое время с удовольствием. Район пляжа Клеопатры является одним из самых популярных мест в Алании как для проживания, так для отдыха, ну и, конечно же, инвестирования. Вот эта вот вся береговая линия, она покрыта невероятно мягким, красивым песком. Если вы любите песчаные пляжи, то это один из самых лучших пляжей не только в Турции, но и во всем мире. Район пляжа Клеопатры, так называемый район пляжа Клеопатры, он начинается от Домлаташа и продолжается на несколько километров. На этом пляже есть очень привлекательные объекты недвижимости, как я уже говорила, для инвестирования, для проживания, ну и, конечно же, для отдыха. Объекты недвижимости являются как только что построенными объектами, новыми объектами, так есть и такие объекты, которые были построены последние 10 лет и обладают очень хорошими характеристиками, удобными для проживания характеристиками. Это прекрасное месторасположение в 500-600 метрах от пляжа и обладают большой квадратурой самих квартир, ну и, конечно же, большими балконами. И сегодня именно такой объект, который сейчас находится в продаже от владельцев, мы вам покажем, чтобы вы видели, как выглядят действительно классные квартиры на пляже Клеопатры. Почему этот район является не просто привлекательным для проживания, отдыха и только для проживания, отдыха, а именно для инвестиций? Потому что он стратегически очень хорошо расположен. До центра Алании можно дойти пешком, до близлежащих красивых смотровых площадок также можно добраться пешком, либо на велосипеде. Ну и, конечно же, здесь расположена вся самая главная и удобная для проживания инфраструктура города, начиная от сетевых магазинов и заканчивая автобусной станцией, больницей и, самое главное, продуктовым рынком и рыбным рынком, где круглый год вы можете приобрести свежие фрукты, овощи, рыбу, мясо и так далее. Ну и, конечно же, мы не забываем о развлечениях. Рестораны, кафе, бары также расположены в центре, и каждый здесь найдет то, что ему по душе. Ну и, конечно же, самое главное, что есть в Алании, это красивое море и прекрасные набережные, длинные многокилометровые набережные, начиная от Марины Алании и вплоть до Каргыджака. Можно гулять, кататься на велосипеде, заниматься спортом, в общем, наслаждаться жизнью. Как я говорила ранее, пляж Клеопатры и, в принципе, многокилометровое Аланийское побережье является одним из самых популярных мест не только в Турции, но и в мире для отдыха и для проживания. Почему? Потому что здесь невероятно красивые широкие набережные, по которым вы можете гулять, наслаждаться солнцем, морем, хорошей погодой, зеленью, заниматься спортом, кататься на велосипедах. Ну и, конечно же, вдоль этих набережных расположено большое количество пляжных баров, парков и детских площадок, что, конечно же, является неотъемлемой частью комфортной, удобной и жизни, которая будет полна радости и солнца. И объекты на пляже Клеопатры являются одними из самых
популярных для приобретения, как для проживания, так и сдачи в аренду и, естественно, для инвестирования. Тот объект, который мы хотим показать вам сегодня, находится по прямой в 600 метрах от пляжа Клеопатры. Здесь также расположены и автобусная остановка, и многочисленные кафе, ресторан. Ну и, конечно же, друзья, как вы видите, вот это вот невероятно широкая, красивая и удобная набережная. Bir simit tezgahı önündeyiz. Türkiye'nin her yerinde bu tarz simit tezgahlarından simit alabilirsiniz. Pekmez, susam ve unla yapılan iyi bir sokak atıştırmalıdır. Açlığı da bastırır. Alanya'da fiyatı 2,5 lira. Şöyle göstereyim. Oldukça lezzetli. Ben tadına bakacağım. Вся дорога от пляжа до самого дома, кстати. Вот он, наш дом уже виднеется, в котором выставлена на продажу квартира. Вся дорога тоже очень комфортная, красивая и приятная для прогулок. Занимает от пляжа всего 5 минут, и на протяжении этой дороги есть и магазины, и остановка такси, и аптеки. В общем, все, что вам необходимо. А самое главное, красивые, уютные и тихие парки и детские площадки, на которых вы можете играть с вашими детьми или просто выйти из дома, чтобы подышать воздухом и насладиться солнцем и природой. Кстати, друзья, не забывайте о том, что в Алании сейчас действует очень много социальных проектов, и один из таких социальных проектов – это использование старой одежды вторично. Одежда должна быть не совсем старая, и одежда, игрушки, обувь или какие-то предметы декора, а также вашего гардероба, которым вы не пользуетесь, но они еще пригодны для использования, и выкидывать их бы не хотелось, вы можете принести вот в такие вот ящики, которые принадлежат муниципалитету Алании, и муниципалитет Алании отсортирует все эти вещи и отдаст тем, кто в них нуждается. Поэтому обязательно смотрите, есть ли рядом с вашим местом проживания или отдыха вот такие вот ящики, и с радостью те вещи, которые вы уже не хотите использовать, отдавайте во вторые руки. Друзья, мы уже находимся на территории комплекса. Несмотря на то, что здесь представлено всего одно здание семиэтажное, и наша квартира, которая выставлена на продажу, находится на 5-м этаже, несмотря на то, что площадь небольшая, площадь территории небольшая, здесь есть все самое необходимое. Как вы видите, здесь есть вот такие вот выдвижные ворота, которые, открыв которые, вы можете проехать на большую парковку. И также в этом комплексе есть бассейн, места для парковки велосипедов, мотоциклов. Территория комплекса очень зеленая, ухоженная. Этот дом был построен в 2009 году, но несмотря на то, что дому и самой территории уже более 10 лет, управляющий этого комплекса с большой любовью заботится как о зеленой территории, которая здесь есть, высаживает цветы, подстригает кусты, деревья, но и заботится о состоянии самого здания. Как я вам уже говорила, здесь также есть бассейн. Бассейн небольшой, но жители этого комплекса, в основном европейцы, очень любят отдыхать около бассейна летом. Бассейн заполняется в апреле месяце, и с приходом холодов бассейн спускают, как и в других комплексах и домах. В этом доме очень большие балконы, и квартира, которую мы вам покажем, 2+1. В квартире 2 спальные комнаты, совмещенная кухня с гостиной, и 2 больших балкона, на которых можно отдыхать и наслаждаться свежим воздухом и солнцем. Раньше, лет 10 назад, было модно строить дома и облицовывать их вот такой вот маленькой плиточкой. Но, кстати, именно дома такого плана являются
одними из самых комфортных для проживания, как по площади самих квартир и по площади балкона, так и по площади самой территории, на которой расположен дом. Поэтому, если вы увидите вот такую вот плиточку, имейте в виду, что это один из знаков качества. И далее, пройдя, обойдя дом вокруг и пройдя вот по этой аллее, мы попадаем на парковку. Парковка достаточно большая, всем жителям, даже если у всех жителей дома есть машины, они совершенно свободно могут их здесь припарковать. Друзья, сейчас сделаю полный обзор квартиры, покажу все детали и невероятно красивые элементы интерьера. Как я уже говорила ранее, эта квартира расположена буквально в 5 минутах ходьбы от пляжа Клеопатры и состоит из двух спальных комнат, вот такого вот большого коридора, где размещается встроенный шкаф, в который можно поместить все необходимые вещи. Спальные комнаты сделаны, интерьер спальных сделан с невероятной любовью, потому что хозяева этой квартиры, заехав в эту квартиру, сделали новый ремонт буквально год назад. Эта квартира продается полностью с мебелью, с техникой, со всем необходимым для проживания. Хозяева, уехав из этой квартиры, заберут с собой только личные вещи. В этой квартире была поменена проводка, вся сантехника. Здесь установлен проточный водонагреватель, который снабжает горячей водой всю квартиру. Вот такого вот плана проточный водонагреватель. Очень удобно. И вода постоянно, горячая вода постоянно есть во всей квартире. Вторая спальная комната имеет балкон, который выходит на также солнечную сторону. И балкон достаточно большой для того, чтобы не просто разместить, например, сушилку для белья, но для того, чтобы в жаркие летние вечера наслаждаться прохладой. Это очень важно, потому что балкон выходит на горы, как вы видите. И в жаркую летнюю погоду это позволит вам чувствовать прохладу гор. Кухня в этой квартире совмещена с гостиной, и квартира продается со всей мебелью и техникой, как я уже говорила ранее. Мебель и техника хороших, качественных турецких марок, например, холодильник здесь фирмы Beko, и, как вы видите, дизайн квартиры выполнен в таких спокойных тонах. Если вы захотите что-то поменять, приобретя эту квартиру, то совершенно свободно вы можете изменить какие-то цветовые элементы и будете чувствовать себя здесь комфортно. Ну и самое главное в этой квартире — невероятно большой, красивый и солнечный балкон. Пляж Клеопатры у нас расположен в той стороне, и с балкона открываются виды на зеленую территорию, на парк. И, как вы видите, перед этим домом уже не будет ничего построено. И ваш вид, вашу панораму, а также вот это свободное пространство для того, чтобы дышать прекрасным, полезным воздухом Алании, ничем не будет закрыто. Балкон просто огромный. Здесь можно и отдыхать, и поставить какие-то хозяйственные предметы. Ну и, конечно же, обедать
завтракать и ужинать. Посмотрите, какая красота. Друзья, вот такой вот потрясающий объект, вот такая вот потрясающая квартира выставлена на продажу на Клеопатре. Как вы видите, здесь очень большие балконы и обстановка, сама мебель в этой квартире подобрана невероятно гармонично. Она сочетается и с кухней, и с обоями, и с техникой, потому что хозяева действительно делали здесь ремонт с любовью для того, чтобы жить комфортно. Я надеюсь, что вам понравился наш обзор. Обязательно ставьте пальчики вверх за прекрасный дизайн, за прекрасную квартиру и, конечно же, за пляж Клеопатры. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте то, что только у нас на канале вы увидите все самое интересное, красивое, а то, что касается недвижимости, выгодное и комфортное. Приезжайте в Аланию, в Турцию. Покупайте, арендуйте красивую недвижимость, инвестируйте свои средства выгодно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем всего хорошего, пока-пока.